Теремок ТВ. Бада. Бада. Тихо все. Бодоборода. Буква З. О. Ну, заяц! Привет, Бода! Ты покажешь нам новую букву? Привет, дети! Нет, сегодня я буду учить вас строить забор от зайца, а то я без морковной запеканки останусь. Бода, смотри, слова «забор», «зайца» и «запеканка» начинаются на букву «З». Расскажи нам про букву «З». Ладно, вот вам буква «З». А чтобы вы ее лучше запомнили, скажите, из чего на букву «З» можно построить забор? Забор можно построить из досок. Из кирпича. Из прутьев. Из сетки. Но все эти слова начинаются на другие буквы. Из кирпичей и самолеты строят. А забор нужно строить из зебр. Смотрите, какой прекрасный забор. Полосатенький. Даже красить не надо. Бода, из зебр нельзя строить забор. Они же живые. Сейчас калитку приделаю, и сами увидите, что можно. Эй, забор, ты куда? Забор, на место. Зебры должны заборчиком стоять. Ну-ка. Дети, от зебрового забора в глазах зебрит. Будем строить заборы из зонтиков. О! Вот так заборище! А, как будто на море приехал! Бода, забор из зонтиков может сдуть ветром! Хе! Подуйте и убедитесь! Это самый ветропрочный, несдувательный забор на свете! Эй! Заборы не летательного склонения, а стоятельного! Ай, зонтичные заборы все равно не в моде. Все, будем строить из земляники. Ой, как вкусно. Я бы не удержалась и съела бы весь забор. Скажете, вкусный. Смотрите, какая гадость. А куда это мой забор делся? Знаете, дети, если вы такие умные, придумайте сами на букву «З» что-нибудь прочное, а не такое бегательно-летательно-съедательное. Я знаю. Зубы. Запонка. Зефир. Золото. Замок. Замок. Заправка. Завод. Земля. Звезда. Какой здоровенный! Ха-ха! Забористый забор! Теперь зайцы ни за что в мой огород не проберутся. Так, дети, а как я сам в него попаду? Караул! Где я теперь жить буду? Это я, что ли, теперь бездомный? Итак, дети, сегодня мы прошли букву «З». Из нее не построить забор, зато можно завести знакомство с зайцем. Ну ладно, пока, я тут в гости зашел. Пока, Бодоборода. Буква «Ю». Привет, Бода! Всем здрасте. И сегодня я вам буду показывать кое-чего, а вы угадывать кое-чего. О, интересно. Я. 3:15:08. Начали. Так. О, какой-то буковки не хватает. Ай-яй-яй. Буквы «Я» не хватает. Мяч.
Что? Как? Это вам повезло! Сейчас спорим, вы не догадаетесь. Вот! Здесь нет У, И, А. Груша! Ах так! Вот вам тогда отвертка! Вилка? Морфики первые догадались. Бода, нет такого слова вилка. Нужна буква И. Вилка. А ты кто еще? Ты кто? Это буква Ю. Она тоже хочет попасть в слово. Ну ладно, ладно. Сейчас найдем тебе что-нибудь юйное. Юнот. Такого слова тоже нет. А если в начало поставить букву Е, то получится енот. Так, 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 так. Эй, что ж тут? Где же у меня все юйное? У меня нет слов с такой буквой. Дети, ну вы же дети. Ну придумайте морфику слова с буквой Ю. Сейчас подумаем. Что-то не можем придумать. Эй, слезай, пока не юкнула. Послушай, мы забыли слова Сью, но мы все равно тебя любим. Правда, Бода? Ну да, да, любим. Ой, точно, слово «любовь». Юма. Ой, когда мы произносим «ю», то будто кого-то целуем. Юма. 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 Эй, вы чего? Я вам не объект любви. Перестаньте. Домой не пущу. Только не в бороду. Омофоны. Дети, сегодня мы отправляемся ко мне на дачу. Ура! Наконец-то! Только я не помню дорогу. Ну как же так? Но у меня есть карта! И сам ее нарисовал. Так. Вперед! Оп! Не туда! В карте написано, что к даче надо пробираться через пруд! Ой! В прошлый раз пруд выглядел по-другому. Бода, здесь должен быть водоем, а не тоненькая веточка. Не пруд, а пруд. Всего одна буква поменялась, а сразу стало так мокро. Как же нам перебраться на другую сторону? Как-как? Очень просто. Нам нужен плод. Ням, да не вам. Не такой плод. И не такой. Ладно, пусть будет такой плод. Бода, ты снова ошибся в одной букве. Тыква, ананас или груша – это съедобный плод. А нам нужно несъедобное плавательное средство. Плод. На весла! Резво, 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 резво! Ура! Добрались! Дача! Дача!
Вот, здесь написано, что дверь надо отворить. Кто-нибудь знает, долго дверь варится? Бода, двери не отваривают, а отворяют. Только для этого нужен ключ. А у тебя написано кот. Да не было у меня никакого кота. Брысь отсюда. Я понял. Бода имел в виду не кота, а цифровой код на замке. Ой, ну наконец-то. Не подсматривайте. Вот какой я молодец. Сейчас еще каши из тыквы наварим. А еще мы узнали, что есть такие слова. Омофоны. Они произносятся одинаково, но пишутся по-разному. Вот, например, есть лук с травой и цветами и с буквой Г на конце. А есть лук. Пригодится. Бода, спасибо. Ты помог приведению наших мыслей в порядок. Что? Где приведение? Буква В. Привет, Бода! Чем мы сегодня займемся? Привет, дети! Сегодня я научу вас выбирать морфикам подарки. Ух ты! Запоминайте! Самые лучшие подарки получаются вот на эту закорючку. Бода, это буква В. Не отвлекайте! Вот, например, подарок. Веник? Клянусь бородой, это чесалка для ежей. Бода, веник нужен, чтобы подметать пол. Подметать пол? Ой. От веника в доме один беспорядок. Плохой подарок. Так, что тут у нас? Ванна. Это ванна. Какой огромный таз. В нем можно выращивать вот таких ежей. Вода, ванна нужна для того, чтобы в ней купаться. Океан в доме — это безобразие. Все, дети, устал я. До свидания. Бода, постой. А как же подарок морфикам? Подарок морфикам? Выбирайте сами. Я же вас научил. Только смотрите, чтобы подарок был на букву В. Так, вилка на В. Но это скучный подарок. Палка начинается на другую букву. Подарим велосипед. Это отличный подарок на букву В. А это еще что за табуретка с колесами? Бода, это велосипед. Ладно, пусть будет веселопед. Морфики! Вот вам самый лучший подарок на букву В. Веселопед. Это дети выбирали? Научились.
Букву Е и Ё. Привет, дети! Сегодня я покажу вам сразу две буквы. Е и Ё. Спасибо, Бода, мы запомнили. Сейчас узнаем, как вы запомнили. Я приготовил очень трудное задание. Составил слова с Е и Ё. А слова превратил в предмет. Вот вам карта. Найдите слова, в которых есть Е и Ё. И принесите мне. А я пока сериал посмотрю. Ура! Сейчас найдем. Так, это мел. О, вот буква Е. Берем. Ищем ущелье в пещерах. Ёжик. А вот буква Ё. Вот и ведро. Ведро. Здесь еще одна Е. Ну что такое? Что это? Крокозябра какая-то. А вот еще что-то странное. А это что за колючка? Ну, Бода. Бода! Бода! Я целый день слова с этими буквами придумывал, а вы за две минуты их нашли? Я даже серию досмотреть не успел! Бода, скажи, что это такое? Мы не можем понять. Ага! Не можете догадаться? Что бы вы без меня делали? Это же качели! А это веник. А это мед. Доставайте оттуда Е и Ё. Бода, но тут написано не качели, а качули. Воник, а не веник. И мед вместо меда. Е и Ё нету. Кажется, это морфики стащили Е и Ё. Ага, морфики. Куда вам шарить? Стоять! Догоню! Пошли! Догоню! Морфики! Это мое! Вот, дети, тележка! А зачем тележка? О, вот буква Е. Качели. Вот буква Ё. Мёд. Веник. Молодцы, дети! Всё, пока. Мне пора мультики смотреть. Не понял, откуда у морфиков тележка? Я же её забрал.